Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как обычно, сервис Сергей Крафт. Сегодня я вам покажу несколько офигеннейших механизмов и построек, от которых вы просто сойдете с ума. Также подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, поставьте лайк, если вам видео понравится, и... Если вам уже не понравится, поставьте дизлайк. Все по чесноку. Ну, а я начинаю. Ну, а что понадобится для первого механизма? Первый механизм — это у нас автобус и дорога. Давайте начнем строить. Так, первое, что мы берем, автобус у нас будет вот такой вот. Давайте 4 блока будет. Давайте все-таки 5 блоков шириной. Блин, к сожалению, тут. Ладно, ничего страшного. Окей, тут. Тут давайте проставим блоки. И погнали. Давайте пока проставим. Проставим. Фух, наконец-то все доделали. И теперь смотрите, что мы делаем. Эту постройку вы можете построить на сервере и тем самым удивить своих друзей. Теперь мы берем и ставим вот здесь, и здесь. Проводим вот так вот. Самое интересное будет в конце постройки вот этого вот автобуса. Теперь давайте строить автобусы, как ходят в Омске. Давайте такие автобусы строить. Все-таки надо строить автобусы родного города. Хочу такое именно сделать. Давайте здесь. Поставим здесь так. Давайте, отлично. Так. Так, вот такими вот. Вы, конечно, не думаете, что я стырил у кого-то эти механизмы. Все, многие делают автобус, но автобус такой, как у меня, он лично мой дизайн. Думаете, я, конечно, разрабатывал какой-то дизайн, даже некоторые эти Cinema 4D там всякие поднастройки делал, подкрашивал текстуры. Все я это делала, чтобы вот они были ярче, чтобы вот там всякие точки были красивые на андезит. Все, значит, это убираем. И здесь ставим крышу. Крышу давайте будем делать также из... Вот здесь давайте... Так... Опа, вот так можно обыграть с помощью всего этого. Как же, я уже сказал, синего бетона. Надо строить омские автобусы. Но, конечно, номера я не знаю. Номер автобуса вообще, в принципе, делать не обязательно. Водителя можно поставить либо же своего друга, либо же какую-нибудь стойку для брони или жителя. Ну, лучше, конечно, живого персонажа. Опа. Давайте вот так все обыграем. Так. Окей. Так. Пип. Отлично. Опа. И нам осталось только тут так. С
Знаете, вот есть видео одного ютубера. Как-нибудь вам скажу его имя. Давайте тоже так поиграемся с этим. Все-таки мы же в творчестве, а все-таки можем в шахматном порядке расставить такие вот элементы цветом. Оттенки. Тень отражения. Многие уже в комментариях и на мою личную страницу ВК мне писали такие сообщения с текстом: в какой программе ты рисуешь текстуры? Либо же Cinema 4D, либо, соответственно, Photoshop. Объемные текстуры, конечно, разрабатываю в Cinema 4D, потому что... На стриме спрашивают, какая версия. Версия Майнкрафта у меня 18W48B, 1.14, предварительная версия. Так, отлично. Так, отлично. Опа, опа. Опа. Последний штрих. Красава! Нифига себе. Так, кстати, давайте продлим этот автобус. Что-то он у нас слишком короткий. Не знаю, что-то какая-то фиготень. Почему-то он очень короткий. Ладно, пока я продлю, поставлю видео на паузу. Итак, друзья, вот следующий этап. Мы все проделали дальше. И теперь мы вот здесь вот огораживаем ту территорию, где у нас будет сидеть водитель. А проход делаем только сюда, а это будет у нас для этих. Для... пассажиров. Теперь мы возьмем стекло. Давайте, чтобы далеко не ходить, просто пропишем себе GIF собака S glass glass. Окей, отлично, в порядке. Так. И теперь... где у нас? Так. Зачем вообще я это взял? Так. Что нам не надо? Давайте удалим. Блин, что же нам надо-то? Давайте возьмем, как его называют. Так, 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 блин, 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 так, так. Что же надо взять-то? Давайте возьмем стойку для брони. Да, она такая, конечно, вот эта стойка, она такая капризная. И что довольно плохо, потому что... мне вот эти вот капризы. Вот так, посмотрим. Ровно у нас стоит квадратик. Блин, черт подери. Ужасно неровно. Так, ну почти, ну миллиметр так. О! Блин, нет. Вот зачем еще идеально удалил? Вот я не понимаю, ну. Так, неровно, криво. Офигеть! Идеально просто. Так. Это супер, это класс. Эй, давай гони. Давайте лайки. Так, давайте теперь возьмем. Ну там берем. Возьмем. Какой краситель? Давайте возьмем
4 лаймовых, 4 оранжевых. Положим их сюда. Командный блок пока нам не понадобится. Так, теперь давайте возьмем. Так, давайте возьмем голову. Давайте возьмем голову Стива. Так, куда я иду-то? Кожаную куртку. Кожаные ботинки. Так, теперь давайте поставим сюда верстачок. Возьмем кожаную куртку. Давайте поставим, с помощью чего мы сделаем сначала вот такую вот изумрудную, так называемую броню. Теперь сюда поставим, сделаем еще вот такую вот изумрудную броню. И сюда поставим вот так. И сделаем такие изумрудные штаны. После этого возьмем куртку, сделаем вот так. Получаем, опа-на, так, вот такой вот цвет. Окей. Остатки можно выложить. И давайте еще возьмем, знаете, какой? Вот как я хочу. Давайте возьмем красный. Так, чтобы получился такой. Так, окей, так. Ну блин, ну это некрасиво. Не-не-не-не-не. Давайте возьмем фиолетовый. Во! Нифига себе! Так, проверим, какой он получится. Так. Офигенно. Но нет. Это все-таки не мое. Давайте два. Давайте три голубых красителя. И еще два фиолетовых. Три голубых и два фиолетовых. Так. Фиолетовый, опа, получаем такую розовую броню нашу. Ставим, опа-на, вот такие вот. Опа-на, красиво. Опа. А вот это уже идеал. Так, давай поставим, опа. Опа. Так, это можно уже убрать. Опа, опа. Отлично. И вот так. Все, теперь нашего Стива можно закрывать. Давайте доделаем вот это все. Возьмем наши блоки стекла, как обычно, и закроем водительскую кабину. Жаль, конечно, нельзя баранку сделать, но, к сожалению, черт возьми. Отлично. Отлично мы сделали, ребят. Теперь нам осталось совсем чуть-чуть. Остаточные всего лишь. Всего ничего. Так, всего ничего нам осталось. Давайте, ребят, блин. Я очень надеюсь на это. Что нам повезет. Так, что у нас в тему тут впишется? Давайте все-таки акациевую дверь, такую тропическую акациевую. Так, отлично. Здесь, здесь. Опа, так. Опа. Отлично. Так, и опа, мы здесь закроем. Мне еще сегодня надо смонтировать видео вот это вот.
Очень быстро все. Так, и теперь мы уже подходим к финальной части. Мы одна волоске от финальной части. Давайте возьмем поршень, возьмем редстоун блок. Возьмем этот, как его называют, ёлку. Ёлочку. И поставим ее вот таким вот образом. Не обращайте внимания, это я тут, если вам видно, так, окей, так, убираем все. У нас отлично. Вот именно в таком расположении я буду долго просто с этим мучиться, поэтому быстрее сделать. И теперь вот здесь уже все просто. Второй механизм гораздо будет легче. Это, конечно же, дорога к автобусу. Вы это сами понимаете. Ну, я пока доделаю, и мы вернемся. И, ребят, непосредственно вот так будет выглядеть наш автобус. Давай, вот здесь фары такие вот. Ой, блин. И вот так вот будет выглядеть. Если здесь, то можно вот, как видите. А для второго инструмента, это непосредственно дорога для нашего автобуса. Я пока ее построю, но вы знаете, там пешеходные переходы, все такое. Вы меня абсолютно поняли. Вот так это пока изначально выглядит. Именно вот так. И теперь, ребят, самый интересный момент. Мы сюда вводим такую команду. Видите, всегда активен сюда ставим. И здесь ставим, так, эта команда пишется вот так. Сейчас скажу. Вот здесь пишем просто команда блок. Равно true. И нажимаем готово. Здесь у нас команда command block true. Здесь у нас команда, которую мы прописываем. Slash. Function. Function. И здесь пишем. Red. Red. Yellow. Yellow. Ну, в общем, вы поняли про светофор, да? Ну вот. И так. Давайте уберем вот эти блоки, потому что изначально у меня был такой вариант. Потом я узнал вот эту команду и стал. Команда вот только работает выше на версиях 18W47B. Только дальше. Ниже она не работает. Ссылку оставлю в описании.
Так, ну окей. В общем, выбираем любой активатор. Задержка там примерно до 1 минуты. И здесь нажимаем окей. И пока ждем, пока выпадет нам. И вот, наконец-то это сработало. И прокопался блок, и все. И теперь мы должны только на него встать. Давайте повернемся вот туда. На счет 3. 1, 2, 3. Опа! И нам выпало Sweater for Spawner. Опа. Ну все. Теперь тоже будет лагать немножко. Надо несколько раз постараться, чтобы он заспаунился. Видите, пока не спаунится. Скоро, наверное. Почти, почти. Почти. И вот, наконец-то, у нас это появилось. Не знаю, почему камера так плохо показывает. Хорошо он показывает, я не знаю. В общем, вот, все у нас заспаунилось с помощью вот этого светофора. Ну, а с вами был Сергей Крафт. Всем удачи и всем пока.